380, по-моему. Пау-пау-пау-пау-пау. Я очень пытаюсь убить этот шарик. Улетел в другую часть карты. Не знаю, что за кустик, кстати. У меня такого нету. Вот, а были бы альтернативные стилы, ты бы просто шарик к себе притянул. Да, звучит неплохо. Блин, я никогда не запомню, что делает дурацкая монтировка. А, урон по этим здоровым врагам. Во, мне это хорошо. Давай, короче, как прошлый забег, только в этот раз и там, и все мне. Ну, посмотрим. Три алтаря с босс-файтом. Беги сюда. Ну, не с босс-файтом, а с элитками. Мелкие? Да. Сейчас идем. Я, правда, медленный очень. Такой вот прям, как робот. Еще медленнее. Не, мне кажется, медленнее робота здесь нету в игре. Так, еще я им врубаю, короче. Стример не пуся. Ой, как круто их стягиваешь, мне нравится. Синергия! Вот она! Ты же ради этого взял персонажа, да? Там следующий еще дальше. Спроси у тостера, как открыть Акрида и сходите туда, может, он тебе понравится. Ну, может быть. Последний нажал. Ну, я думаю, если мы найдем это место, где он будет открываться, можно будет. Осталось только найти, куда деньги потратить. Да. Надо было тебе кровотечение отдать. Вот это вот, да. My bad. Человек хватун. Да я обычно я так не ворую темы. Просто забыл сейчас. Ну правда. Ну поверь мне. Ладно, я все деньги в храм солью. Да. Используйте три святилища битвы на одном этапе. О, класс. Так, короче, погнали. Босса. Блин, прикольный персонаж, потому что он может быстро сходить полутаться. Прям прыгает и собирает ЭТМ очень хорошо. Так, ладно, надо начинать избивать королеву жуков. Бьет от скорости бега. Чем быстрее двигаешься, тем он сильнее. Это да, я понял. Поэтому надо... Надо как Спайдермен, короче. Открываешь альтернативный удар кулаком, будешь еще быстрее по карте летать. Так, что там? Это череп. А, ослаблений. Понятно. Теории полезные, но не очень. Ну да. У тебя много ослаблений? О, у тебя есть одно ослабление. Классно.
Это знаешь, как в Хейдесе. Вешаешь дебаф и дамажишь сильно. Да, только в Хейдесе это гораздо проще сделать. Здесь где-то робота видел. Вроде бы. А вон он. Лутаешься? Ща полутаюсь быстренько, да. Окей, давай, жду. Еще сундук. Вроде бы ничего больше не вижу. Да, все, хватит. Ну, кстати, тут пишет, хронобабл теперь полезен. Да. Класс. Но перса добавили, просто не в курсах. Вроде как, да, есть новый перс. О, ничего себе. Ладненько. О, мне здесь говорили, персонажа какого-то открыть можно. Можно. Сейчас, если я только не упаду, а я упаду. Ну, ты не получаешь урон падений. Но проблема не в уроне. Проблема в минус времени. А тут время останавливается. Ну, просто времени нашего, жизненного времени. Кому оно нужно вообще, это время? Так, 5 рандомных предметов. Вот мне все эти предметы не нравятся, я беру катушку. Или это 5... А, это 5 зеленых надо, да? Классно. Ладно, что там с персонажем? За этого надо зайти, да? Нет? Нет. Что надо сделать? А чё ты тут ничего не берешь в магазине? Да, мне ничего не понравилось. Да, мне ничего не надо. Ну, тотем какой-то прикольный, вроде не лунный бутон. Какую-то херню ставят. А, это все лунный бутон, и это открыть. Я, честно, без понятия, что из них половина. Вот смотри, делается, возьми вот этот хребет. Хребет возьми. А зачем? Ну, он будет спавнить... Да, он будет спавнить какие-то тотемы, я не помню, что они делают. Ну, дамажит врагов, по-моему. Ну, я тебя послушаю. Давай. Вот, все видишь? Персонажи наносят дополнительный урон в области тотема. Даже враги, видимо. Хороший итем. Да. Даже враги. Я так понимаю, здесь все итемы такие с подвохом, да? Да. Ладно, чё, как здесь перса открыть? Видишь, он там внизу, ага. Там такое желтое какое-то, вот да. Туда тебе. Да. Там пещерка должна быть. Да, пещерку нашел. А как только ты подойдешь открывать персонажа, я нажму портал. Хейтер. Спайдермен. Так, а он в каком-то портале находится, судя по всему. Войти в пустой портал. Короче, зря мы этот хребет взяли, забайтил. А, ну да, здесь же испытания. Иди назад. Да. Куда? А? Вот пока мы в этом радиусе, все хорошо. Как только мы из него выходим, мы теряем хп. Ясно. Ладно. И время все еще остановлено. Ну, неплохо, кстати. Да, нам таких 9 штук зарядить надо. Тотемы полезные. Окей. Ну вот мы в нем стоим и дамажим x2, круто же. Не важно, что нас дамажит x2, правильно? Все равно ваншотает. Такая разница. Видишь, ты их еще на подходе убил, круто. Да, это будет долго. Да, сейчас нужно быстренько искать следующий. Зато и темчики, это. Ой, темчики, да. Мне тоже надо. Так, че, летим? Погнали. О, вижу один. Топ.
Как ты топ пошел. Ну, монстр с аптечками. Предметы монстров X5, то есть... А, по ним бьешь, они хиляются, ясно. Прикольненько. Катушками. Ага. Здорово, Пушок. Привет. What's up? Спасибо за фоллоу. Hey. Что-то у меня в алерте не видно ника, по-моему, кто фолловит. Надо будет проверить. Повезло, что врагов предмет херово выпал с ломиками или копьями, они бы вас ваншотали. Это не повезло, это скилл. Понимаешь, просто. О, забирай, наверное, все тебя. Их, наверное, проще будет накладывать. Слушай, кстати, мы полутаемся круто. Ну да. Так, я наверх искать. Ты здесь за мной сможешь как-то так доползти и подпрыгнуть? Надеюсь. Потому что я нашел один. Вырубай. Точно? Да-да-да. Ну, включаю. Ага, хорошо. Так, новые монстры. Ну, обычные грибочки. Не страшно. И чё, и часто в этот уровень ходить можно вот так вот лутаться на халяву и темами? Ну, вообще, вроде, всегда можно. Весело. И да, кстати, это жуки, это не грибочки. Ну они на грибочков похожи. Тебя тут осуждают. О, ну. Да блёбики. Тебе бы как-то похилиться перед тем, как мы дальше побежим. Да, было бы неплохо, ну, вот, спринт. Так, я побежал... дальше искать. Давай, я за пока ни хрена не нашел. Я правда ни хрена не нашел. Я вижу только сам портал. Вот там что-то светится. Наверное, нам туда. Да, нам сюда. Далеко. Беги, павучок, беги. Так, я включил. А видимо всегда только один и светится. Надеюсь, тебя там мобы тем временем не выбьют. Блин, они правда у тебя появились тут. Ща я их отгоню, подожди. Ай. Короче, бежим на свет, да. У меня просто стяжка, она хиляет. О, я твои выстрелы бодиблочил сейчас. Плохая была идея. Так, что тут? Мишки, о, каждому мишка. По одному. Так, я пока не вижу, но где-то там, наверное. А, во, близко относительно. Мобы с ломиками звучит жестоко. Да. Носите больше урона здоровым. Это, да. Это похоже на рип.
Ты главное летучек убивай как-нибудь. Я милишников постараюсь долбить. Напряжёнка в игре не успел чат прочитать про музыку. Чё, какую музыку? Из-за что Рекс отхил просто неприлично огромный. Ах ты вор, монет. То есть. Интересно, а здесь есть сундуки? Ну, вроде бы нету. Но это не точно. Опыта нам, походу, тут не дают. А, не, дают. Дают. Опять это дурацкий черепок. Классно. Yeah. Так, я ни хрена не вижу, если честно. А, все, нашел. За мной. Только что-то... Где-то высоко. Мишка дефает, да. Все. Он это снизу, тебе там не надо никуда наверх забираться. Это будет где-то снизу. Блин, ты даже раньше меня прибежал почти. Можете ливнуть портал, чтобы не сдохнуть? Не обязательно до конца страдать. Но не, мы затащим. У них какие-то кольца. Боже мой, это браслеты. Принеси. А. Угу. Не, ну мне же типа персонажа надо открыть, поэтому, наверное, надо все пройти. Как они к нам катятся, эти шарики здоровья. Ты их выбивай побольше. Там монстры с воздуха, кстати, черепки нападают. Черепки нападают. О. Ну, давай тебе обе. Бери. Второй тоже. Стрелял когда-нибудь в играх с УЗИшки? Ну да. В любой игре. У тебя такой персонаж. Вот, у меня разброс такой же. Здесь надо будет наверх немного залезть. Не прожимаю, пока подожду. Не знаю, ты сможешь здесь зайти как-то? Вот здесь вот проход. Ага. Подрубаю. Про музыку тебя потом чихнет. Че издевается? Божественная музыка, которая сейчас играет. А, в альбоме игры Glacier Eventually Farts. Да, отличное название. Короче, зря я вылетел. Зря, очень зря. Меня твоя штука не хиляет? Видимо, нет. Как бы нет. Хорошее название, правда. Не, ну ты сейчас укулелей будешь всех прям хорошо так дамажить. Двумя укулелями. Не помню, что это за говно. Невидимость. Хорошо. Так, видно луч. Очень близко. Только вниз чуть упасть. И у мобов эти дурацкие черепы. Черепа. Это чтоб все, абсолютно все недовольны черепами были. Да.
Слушайте, а ломики у них не так уж и сильные оказались. Мобов. Ну правильно, когда играешь за погрузчик, то вообще все мобы не такие уж сильные. Ну не знаю, мне страшно. Оп. Огоньки. Так, ну я... Знаешь, бери оба. Да не, 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 забираю. Пофиг. Ну окей. Так, ни хрена не вижу, вижу, вижу. Здесь довольно близко. Навер... Да, нашел. Все, я на нем. Опять наверху. Мы, по-моему, здесь были уже. Тебе тут, походу, кругами подниматься. Ну, или так. Сюда, сюда, сюда. Да. Один раз в этой локе мне настолько повезло, что мог было Дио и Клевер. Дио помещается в камеру. Да. Воскрешающиеся мобы, классно. Это же оно, да? Да, это оно. Крутяк. Челик мне только написал, что однажды ему так повезло, что у мобов был Клевер и Дио. Ненавижу Дио. Это все из-за кабачков? А чё у них неуязвимость? После воскрешения, лол. Да, после воскрешения бессмертные. И нам еще целый портал закрывать. Лол. А? Не, это последний был. Я 8 из 9, класс. Так, чё это? Берем оба, да? Да, бери тебе. Так, а теперь до портала убегаем просто, и все. А я, честно, не знаю, вроде бы да, а где он, я не знаю. Или... Не, подожди, нас больше не дамажит, так что можно мобов добить и найти челика, наверное. Время все еще стопнутое, нормально. Так, а что дальше-то? Тут где-то портал должен быть. Ну... Большой, красный. А, во, вижу. Ну, это большой фиолетовый, и нам просто на выход? Вроде да. Все, персонаж открыт, да. И он красный, он не фиолетовый. Он фиолетовый. Он пурпурный. Даже немножечко розовый. Точно тебе говорю. Не хочу свою неправоту признавать. Поехали. Чат читай. Да, я прочитал. Ты уже получил челиком. Все, хорошо. Ак, уйдук. Ну, все, сейчас мы мобов быстро убьем всех. Да, их бы найти только. Прокачанные. Ты видишь здесь мобов? Я нет. Ну крутой квест, кстати, вообще легкий, типа. Но это нам повезло в магазин после первого, наверное, идти этого задания, да? Наверняка так-то мобы посильнее были. Были бы. Их бы еще и больше было. Ну вот да, и такое. О! Ты мне в телеге ответила? Спасибо за ресапчик, 2 года! Бог, чам! 2 года! Вот, тебе возьми Виал на хапочку. Final Stand! Спасибо за сам. Акулачусти. Как делишки? Портал найден, можешь сразу? Давай сразу, а потом полутаемся. Раз мы такие сильные.
Мобы и таймы вообще рандомные, поэтому вас там могли вурмов и гигантских лемуров ждать, ясно. А ты точно каменный титан? О боже. Что это было? Больше хп. Ну, я, наверное, одну возьму, да? Это сейчас было так странно немного. Я ответил, сейчас гляну, что там в твоей телеге. Это был такой вопрос с подтверждением одновременно. Ты зашла на стрим и до этого не чекала свою телегу? Ничего себе. Только проснулась на стрим сразу. Да, нормально, прошла Horizon. А, вот почему-то отсыпалась, я понял. Мы, кстати, с тобой ни разу, как лохи, не находили невидимых сундуков. Почему мы с тобой такие не очень? Да давай будем считать, что их убрали в релизе, а мы на самом деле крутые. Согласен. Я так своим подписчикам говорил, что ДБД просто убрали, и вот. А я все еще крутой. ДБД же убрали. Так, телепорт открыт, поехали. Ящики, да, я это и говорю, что поехали ящики открывать. Так, какой-то цветок легендарный, берем. Удача, а, клевер, надо было тебе, ноу! Я постараюсь запомнить, как он выглядит, чтобы в следующий раз тебе его отдать. Или забрать себе, если он мне будет нужен. Давай честно, ты его заберешь, даже если он нужен не будет. Ракетница, вот давай тебе ракетницу отдам, взрывную, крутую такую, смотри. Блистающая махина. Или лучше мне, у меня же клевер. Я не очень помню, что он делает, но я помню, что она крутая. Да, ракетницу себе возьми. Себе взять, да? Окей. Все, а, тут все атаки становятся взрывными, процент никак не связан. Так, ну... Стоп, там это была ракетница? Да. Легендарная? Да. Я думал, там зеленая ракетница. Нет, легендарная. Ну, у тебя теперь shift очень сильно бить должен. Все твои там я забрал, короче. А вот еще тебе есть итемчик. Окей, вот сейчас, подожди. Сундук. Кубик возьму, а мне выпал... Выпало мясо. Мясо тоже все возьму, пожалуй. А, у меня денег нету. Лол, у тебя еще остались? Давай, куплю. Давай. Так, я попробую добраться быстрее тебя до портала. Погоди, тут сундук. Хорошо. Но до портала я добрался, говори. О, еще есть магазин прыжок. Берем? Давай, почему нет? Ну, я не знаю. Все, прожимай. Да, я прожал. ДБД, дисбалансное говно. А как тебе два красных предмета выпали подряд? Ну что, еще попытаемся. Ну конечно, возьмем что-нибудь. Во, я беру себе дабл дэмэдж. Минус 50% здоровья, каппа. А я вот думаю, может правда взять себе. А что за инструменты? Понятия не имеет, что-то новое. Давай брать. Поехали. Неподатливое долото. Использование святыни призывает врагов поблизости. Класс. Не страшно, кстати. Даже вполне полезно.
Я вот думаю, брать ли мне эту ракетницу. Ну, надо одну взять, наверное. Вот. Да, у меня тоже лучшие предметы забрал просто. Слушай, я возьму стекло. Ну, как знаешь. Корону, говорит, не бери. Здоровье для слабых. Ну чё, выходим? Да, вообще. Ну, ты выходи, а я полетел вниз. О, там... Там книжка, там книжка, книжка есть. Книжка. Не взял, ну почти. Это, кстати, была первая книжка, которую я нашел вообще. Mm-hmm. Так, ищем алтари и спавним мобов. О, алтарь. Сто три, правда, надо. Нет у меня столько. А вон есть кровавый этот. У кровавого хорошая штука. Блин, а кровавый, когда он спавнит мобов, кстати, опасно. Я, пожалуй, этот прожму. Нет, ты видел, каких мобов он заспавнил, да? Ну пойдем кровавый прожмем. За себя говори. Я за этого персонажа даже играть не умею. Но он реально элиток спавнит. Слушай, а хорошая ложка. Очень даже прикольная. Если не умирать от этих элиток. Пойду-ка я отсюда. Пойду полутаюсь где-нибудь в другом месте. О, так прикольный сундук. Сейчас буду легендарку ловить. А, это который... А, в итоге это не легендарка, а итам просто. Ну, если тебе нужен итам, да. А какой? А я понятия не имею, сейчас гляну. Мне, кстати, на криты мне не очень нравится. Если хочешь, я могу тебе криты отдать. Криты, да, криты. Потому что мне он... Королевский конденсатор ударяет молнией по выбранному монстру. Я лучше вот это возьму, а криты забирай себе. Кубик. Вот черная дыра звучит круто. Ставлю себе. Лучший итем в игре? А, вот этот? Че, оставь? Блин. Правда? Ладно. Мне сказали, что мой итем лучший в игре. Но очень сильно дамажит. А я хотел черную дыру взять. Не, ну он правда очень сильно дамажит. Но я бы не сказал, что он прям лучше в игре. Нихера найти не могу. Давай, наверное, в портал. Кажется, ты здесь уже все пооткрывал. Какие-то кольца. Головобой. Знаешь, что это такое, если нет? Красная? Да, красная. Высоко прыгать, грубо говоря. Забираем. Увеличивает высоту прыжка, да. Удерживайте кнопку, чтобы вызвать землетрясение. Какую кнопку? Так, все, портал. Мы что-то задерживаемся. Не, на самом деле они кольца. Да.
что еще такое? Не знаю, удерживай прыжок, когда в воздухе, и ты выполнишь гранд слэм. Крутяк. С итемом-то на 100% критов. Какой тебе там 100% критов дает? О, активка на 8 секунд. А, точно, точно, точно. Да, 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 крутяк. Так, а что здесь лежит зелененькое? Бутылки можно прикупить, слышь? На хп. Если есть желание. Ну, хотя такое, наверное. У меня, я уверен, вылетит укулеле. Да-да-да, вот я тоже так смотрю на свои итемы и думаю, что что-нибудь хорошее вылетит. Да и мне не особо надо здоровье персонажа. Сразу валим. Пошли. Погнали. Чё, не прыжок, а Е. Вот может быть Е. Вот что-то не прыжок, нифига. Ты, кстати, когда продолжаешь сражаться после того, как алтарь заюзали, нас телепортируют дальше. Да? А, окей. Выборы там. Да что-то ничего не работает, ребят. Здорово, Сабат. Круто бахнули. Я пойду в пещерку прогуляюсь. Давай, ненавижу эти пещеры. А время так прикольное. Правда, ящеры гуляют. Элитные. В пещерку к ним зашел и еще жалуются, что они там гуляют. Да. Я, пожалуй, не буду драться с этим элитным ящером. Я его, пожалуй, пропущу. Путя. Да. Call me pussy, but... Дополнительный прыжок. Блин, а он за мной бежит, слушай. Я-то пусси, а вот ему хочется меня убить. Тебе там помочь, может? Ну, я попробую, да, конечно, с ним подраться. Да не, я сейчас в Соляного попробую. Плохая была идея. Плохая. Такая, средней плохости. Ща его итемом с 20-секундным кулдауном добью. Убей кого-нибудь, пожалуйста, я хочу зеленый итем купить. Пожалуйста. Спасибо. Поэтому пойдет только для изобретателей. Это... О, портал здесь. Че, может, проходим? А, секунду. Угу. Я тут нашел принтер на очки. А, понимаю. И просто все отдал. Просто все. Что такое? Выпускает шкалу лезвий после получения урона. Хорошо. Звучит неплохо.
сейчас смотри, как босс разлетится. Ну давай. Ну не червь же. Не разлетелся. Ну куда? Вот, а я поверил, что сейчас босс как разлетится, ух. Вот и доверяю тебе потом. Ох, молнии по нему прям хорошо дамажит. Просто игра булит. Мобов? Меня она булит. Так, патронтаж это на... А, это просто эти восстанавливать. Похоже, это он тот самый забег на босса. Возможно. Возможно. Как думаешь, справимся ли мы с боссом в этом забеге? Пока что в он очень хорош. В этом должны. Я прям очень сильный сейчас. Угу. Уходим? Да, пошли. Полетели. Быстрее пройдем, может. Может, полегче будет. Надо просто добегать до босса, пока еще шкала на шкале написано легкий, понимаешь? Это ты сказал, когда у нас уже ха-ха-ха. Черт. Ну, по крайней мере, смотри, могут быть не так много. Косточки в рыбе. Я только чуть не умер, стою, хиляюсь от грибочков, ну. Они тебе на вас боссе еще пригодятся. Грибочки? Ага. Возможно. Слушай, ты не знаешь, как на итеме, который я подобрал, делать Ground Slam? Тут как бы как-то можно. Прыгни вот такой и зажми Ешку. А Ешка это просто кнопка. Не, ну я достаточно высоко прыгаю. А, ну выглядело как атака, наверное. А просто незаметно так выглядит. Она так же и не дамажит, как незаметно выглядит. Понятно. Косточка убивца, не, все хорошо, я жив. И герой тоже жив, к счастью. Честно, у меня урона нету. У меня урон просто гигантский, вот просто огромный. Ты и у меня его украл. Там укулеле всякие, блин, жаль, я тебе не отдал этот клевер. Эх, с клевером, конечно. И, наверное, со взрывными атаками, в принципе, тоже. О, дабл босс есть, как тебе идея? Не знаю, не знаю, как хочешь. Давай, ты там на свой урон говоришь. Хороший урон у него, проверим, проверим. Это последний раз, когда я говорю, что у меня хороший урон. Да умри ты уже, ну.
Вопрос еще в том, где портал? Или базуку? Ну, в идеале и базуку, и этот... Ну же портал довольно заметный должен быть, с синим этим очертанием. На самом деле портал на этом уровне еще более незаметный, чем обычные. Да. Здесь какой-то тяжело находимый, это правда. Блин, может он снизу? Бля, они всегда на какой-нибудь супер верхней платформе. Все, это нет. О, золотой сундук за 6000. За 6? Да, 6300 стоит. Да где же я? Даже здесь уже были мы. Лок реально мерзкая. Ты хочешь, открываю сундук? Зато музыка клевая. Да, музыка... Вот в этой локе музыка просто. На музыку жаловаться точно грех. Ой, порталы зря я пооткрывал, честно говоря. Я, ой, эти алтари, я забыл. Про это, да, я живой, но там два элитных ящера такие вылезли. И червь, и червь. Ну, ты знаешь, как меня порадовать. Слушай, давай я вниз схожу, может быть он там... Может ли он здесь вообще быть? Давай, я тоже что-то чудо не могу найти. Не, вроде не тут. Не, здесь всегда, видимо, проход в артефакт все-таки. Нашел. Он там. Я в другой части карты, кстати. Понимаю. Как ты вообще его увидел? А он такой шипастый, типа. Из-за этого очень заметный. Гоза Артом, не-не-не-не-не. В прошлый раз умерли. Не хочется. Что-то не понравилось, правда. Так, его сразу прожимаете или как? Я бы тебе советовал подождать. Да, я подожду твоего супер урона. Сразу. Потому что у меня-то его нету. Так, ты где там? Да червь решил на пинбол поиграть. А золотой сундук ты вроде в итоге открывал или нет? Нет. Нет, блин, ну я его уже, наверное, не найду. А? Где он, черт знает. Чё? Портал тут? Я говорю... Открывай. Ща, подожди, я тут и темчики нашел. Ой, и эти колокола, надо с ними как-то справиться перед боссом. Справился с колоколами? Так, все. Ну, мы к финальному идем, правильно? Давай к финальному. Да, погнали.
А, понял. Меня шотнуло. Не, ну чё ты совсем быстро. Ты мог бы хотя бы, ну, сделать вид, чтобы... А они вылезли, и вот прям вот сразу, мгновенно просто. Мгновенная смерть. Ты справишься. Хочешь совет? Не подходи к нему. Хороший совет. Есть только один прикол, у меня рейндж ограниченный. То есть вот это твоя отмаза, да? Да чат, я это специально, чтобы покушать. Ну и чтобы тостер свой дамаг показал. Понимаю. Ну, хороший ран был, да. Ну, кстати, я говорил про свой замечательный, клёвый урон, но ты урон нанёс больше. Как? Я не знаю, потому что перс имба. Возможно.